дорогие друзья, с вами я, Фреш, и сегодня мы продолжаем обзоры модов. Сегодня наш мод добавляет спавнер мобов, да, их всех можно скрафтить, насколько я понимаю, тут от свиньи до и сушителя, и все эти спавнеры рабочие, вот мы можем проверить, вот свинья заспавнилась, вот. Какие же тут есть? Тут есть свинья, корова, курица, скелет, паук, крипер, зомби, спрут, гаст, короче, вот это свинья, зомби, овца, слизень, волк. Значит, это пещерный паук у нас, эндермен. Это у нас, по-моему, чешуница, как я понимаю, да? Да, это чешуница. Ифрит, эндердракон. Затем этот лавовый слизень, вот такую можно даже сделать, это грибная корова, снеговик, житель, оцелот, голем, ведьма, летучая мышь и сушитель. А теперь я хочу проверить на работоспособность вот эти вот два спавнера. Так, он заспавнится или нет? Потому что у меня появился индикатор, то заспавнил. И одного достаточно. И понеслась разнесу. Как говорится. Ну вот такой вот на сегодня мод. Ссылку на мод вы найдете в описании под видео. Так же как и крафты всех спавнеров. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Фреш. Всем удачи, всем пока, ребят. Пока-пока.